За работой плиточников внимательно наблюдают со своих портретов Архимед, Ландау и другие прославленные физики и математики. Еще бы, очень скоро в этой лаборатории юные лицеисты начнут проводить свои исследования и опыты. К началу учебного года учеников 24-го лицея-интерната ждет сюрприз – полностью отремонтированная школа. Более 40 лет тут никогда не делали. Какие окна были, их просто было невозможно открыть. И двери тоже. Они даже могли просто нечаянно их взять, они могли развалиться. А сейчас посмотрите, какая красивая у нас школа. Капитальный ремонт в лицее начался еще в январе. На сегодняшний день он закончил более чем наполовину. Установлены новые окна и двери, полностью заменены санузлы и душевые кабины, капитально отремонтированы кровля, фасад здания, входные группы. Практически везде заменен линолеум, заканчивается подготовка стен к покраске. Все проходит в штатном режиме. К 1 сентября все будет готово, дети будут довольны. Большой ремонт лицея стал возможен благодаря республиканской программе. Для этих целей из бюджета республики было выделено 42 миллиона рублей. Кстати, в этом году в Нижнекамске капитальный ремонт ведется сразу в 5 школах. 3 из них – лицей-интернат номер 24, гимназия номер 1 и Сухаревская школа – вошли в республиканскую программу капитального ремонта. На ремонт же Верхнеуратминской и Камскополянской школы номер 1 республика выделила дополнительные средства. Все эти учебные заведения будут сданы в эксплуатацию к 20 августа. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.